Давай-ка, ну. Стоп. Стоп. ТГ-Инфо провели вечер вместе с сотрудниками ГИБДД, наблюдая их работу на дорогах. Мы увидели, какие машины останавливают и почему, кто шумит по ночам и как ночные клубы. Поток автомобилей не прекращается до поздней ночи. Сотрудники ДПС останавливали машины, невзирая на крутость марки или красивые госномера. В основном причиной остановки были явно видимые нарушения – тонировка, отсутствие госномера или непристегнутый ремень. Затонированную в круговую девятку с номерами Алтайского края пришлось ловить. Оказалось, что и водитель уже полгода ездит без прав. В 2012 году выдано. То есть молодой человек полгода уже ездит без водительского удостоверения. А три девушки ехали на джипе BMW в ночной клуб и забыли взять документы. Come on.